Мега крутая маковская флешка. Не в смысле от Apple, а в смысле подходит к яблочным ноутам. Вместо привычного USB-порта у нее Type-C, и это очень удобно. Просто потому, что Type-C сейчас практически у каждого телефона. То есть скинуть информацию с компьютера на телефон без потери качества теперь вообще не проблема. Всю информацию флешка передает со скоростью 520 мегабит в секунду. Мне кажется, это достаточно быстро. И еще одна крутая фича – это секретность данных. Флешка шифрует данные, если видит чужой отпечаток. Владелец изначально может поставить защиту в виде своего отпечатка пальца, что-то типа телефонной блокировки. В случае, если вы не переживаете за сохранность, можно не пользоваться этой функцией. Кто ж не любит поваляться в теплой ароматной ванне с пеной или солью, смыть себя напряжение, так сказать. А что если заменить пену и соль на бомбочку? Бурлящий шар не просто наполнит ванну приятным ароматом, но и подарит воде прикольный цвет, а кожу напитает натуральными маслами. Это очень прикольный продукт, он совмещает в себе эстетику и пользу. По сути, бурление – это химическая реакция состава с водой, при этом натуральные сухие ароматизаторы и масла в составе высвобождаются наружу и ухаживают за вашей кожей. Вот так за 15-20 минут можно отдохнуть, зарядиться приятной энергией и восполнить запас позитивных эмоций. А теперь к развлекательному контенту, а точнее к его созданию. Для удобства и контроля стриминговых сервисов есть вот такая удобная штука. Очень напоминает музыкальный микшер, только визуально. На деле это полный контроль прямых эфиров на разных стриминговых площадках. Итак, пластиковый прибор с 15 UGK-клавишами, которые вы можете настраивать ровно так, как вам нужно. Можно сконнектить со своими соцсетями типа YouTube и отслеживать подключение к прямому эфиру, количество подписчиков, лайки и напоминания о новых постах и прочие прикольные фичи. Запрограммировать одну клавишу на несколько действий, то есть запускать приложение и выход на определенный канал в одно касание или переключаться между соцсетями. В целом это действительно удобное устройство, если вы всерьез решили заняться блогингом или стримингом. Есть тут алды, которые не просто знают про тамагочи, но и выращивали их. А если быть точнее, то получали первые психологические травмы. Так вот, пора бежать за новопаситом, потому что они вышли на новый уровень. Да, виртуальные домашние животные в футляре, только теперь на шикарном 2D-дисплее, и выбирать можно из 15 разных зверьков. И чем больше вы выиграете, тем больше питомцев получаете. Огромное количество режимов игр, так как устройство предназначено к использованию с 5 лет, то и функционал растет с маленького возраста до взрослого. Подразумевается, что польза от игрухи будь ты малышу и взрослому человеку. Ну что ж, если ваш ребенок просит собачку или кошечку, смело можно предложить цифровую альтернативу. Вы любите ходить в долгие походы? Может быть, кемпинг – это ваша страсть? Лично я небольшой поклонник подобного туризма. На вторые сутки в лесу я уже начинаю капризничать и проситься домой, в теплый душ и кровать. Так вот, я наткнулся на портативный душ, так что одной проблемой стало меньше. Да, это устройство способно обеспечить вас комфортом в самой глухой глуши. Единственное, что потребуется – это теплая вода. Не обязательно кристально чистая, так как в системе предусмотрен фильтр. Сам насос работает от аккумулятора, полный заряд достигается за 40 минут, а использовать можно до 60 минут. В комплекте идет присоска и крючок для удобного подвеса лейки. Надо заметить, что малыша выдает приличный напор, при этом конструкция достаточно компактна, чтобы уместиться в походный рюкзак. А это оружие для скрытого ношения, без которого не обходится ни одна игра об известных всем бесшумных бойцах. Скрытый клинок является просто идеальным оружием. Компактный, универсальный и смертельно опасный. Как показывают нам игры, при должном мастерстве можно побеждать толпы врагов даже в открытой схватке. Пусть его применение в реальном бою весьма и весьма сомнительно, но, тем не менее, иметь такой хотел бы абсолютно каждый фанат серии игры Assassin's Creed. Еще одно невидимое чудо – это съедобные водные пузыри. Практической пользы от них никакой, но зато выглядят прикольно. Кстати, сделать пузыри можно разноцветными любого размера и формы. Фу, ну есть я их, ни за какие деньги бы не стал. Ну нафиг. А ты бы рискнул? Если да, поделись впечатлениями в комментариях. Думаю, это будет интересно не только мне. Первый девайс в нашей подборке максимально полезный и нужный в школе. Неважно, какой иностранный язык вы изучаете, иметь такую ручку-переводчик под рукой – дело принципиальной важности. Выглядит эта штука очень круто, с виду похожа на небольшой сенсорный телефончик. Вот только она с легкостью переведет для вас текст практически на любой язык. Текст можно будет как отсканировать прямо с бумажного носителя, так и надиктовать. У ручки есть возможность подключения к Wi-Fi, так что я полагаю, перевод она берет напрямую из каких-нибудь знаменитых сервисов перевода. Но лично мне кажется, что иметь возможность отсканировать текст – реально крутая и удобная функция.
Весна наступила в своей полной мере, а вместе с собой она принесла, конечно же, уйму грязи. И, пожалуй, все владельцы собак сейчас согласятся со мной. Как же тяжело порой бывает искупать четвероногого друга после прогулки. На помощь придет вот такой душ для собаки в виде колеса. Струи воды будут поливать пёселя со всех сторон одновременно. Теперь ему от помывки точно не отвертеться. Из минусов можно отметить разве что только размеры. Для очень маленькой ванны это приспособление будет все-таки неудобным. А вот ополоснуть собаку на улице, душевой кабинке или в ванной попросторнее в самый раз. Следующий товар на очереди – мини-клавиатура. Из ее явных особенностей, помимо того, что она действительно небольшого размера, можно отметить ее нереально красивую неоновую подсветку и беспроводное подключение. На мой взгляд, это необычайно удобно, ведь иной раз захламлять рабочее пространство шнурами так не хочется. Еще помимо основного набора клавиш, в этой клавиатуре предусмотрены дополнительные кнопки-контроллеры. Стоит поизучать повнимательнее, и вот эта клавиатура даже практически заменила вам джойстик. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!